Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Сергей Лазарев решил посмотреть концерт с фестиваля «Новой волны» в эфире, вместе со своей двухлетней дочкой Аней. Звездная наследница лично побывала на фестивале и прошлась по красной дорожке. Оказалось, Аня Лазарева стала поклонницей Филиппа Киркорова. Отец показал, как малышка с пристальным вниманием уставилась в телевизор, где показывали выступление поп-короля. «Аня спрашивала меня каждый день, мой сегодня будет», — рассказал Лазарев в своем микроблоге. Вот это. Чё это? Это кто? Сейчас будет. Кто? Фип. Фип? Вот он. Фип Коко. Как? Фип Коко. Этот трогательный сюжет не остался незамеченным, Филипп Киркоров показал его у себя на странице, пока был с гастролями на Алтае. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.